турбогазовая колонка Рода с медным теплообменником, с розжигом от сети 220, автоматической модуляцией мощности и двойной системой защиты от замерзания. Все это про известнейший немецкий бренд Рода, собранный на промышленных заводах Китая за доступную цену 6500 гривен. Топ продаж многих лет водонагреватель закрытого типа, газовая колонка Рода серия Т2, поставляется в базовом комплекте поставки в белом цвете корпуса водонагревателя. Также в базовом комплекте поставки входит коаксиальный дымоход 60 на 100, 60 внутренняя труба, 100 наружная, и колено. Труба идет 75 сантиметров длиною, колено 90 градусов поворотное. Очень удобно провести подгонку при монтаже в существующее посадочное место. Размеры данного агрегата составляют: ширина всего лишь 34 сантиметра, высота корпуса горелки 53 сантиметра, с учетом выхода, подачи и обратки 57. Если считать параметры высоты с учетом колена выхода дымохода, составляет максимальное расстояние 80 сантиметров свободного пространства. Глубина колонки составляет всего лишь 16 сантиметров. Ключевыми преимуществами данного агрегата является автоматическая модуляция мощности. Управление колонкой очень простое. Сенсорный дисплей, на котором мы видим температуру подачи в данный момент и заданную температуру, управляется простейшими кнопками «Больше-меньше» и кнопка «Включить-выключить». Подача газа, наружная резьба 0,5 дюйма, находится в правой части горелки. Холодная вода, подача в систему, находится справа. Также в комплекте поставки идет кран подпитки безопасности. Горячая вода, подача на потребителей, находится слева. Важно обратить внимание, что питание данной колонки производится от сети 220, что очень удобно, потому что нет стандартной болячки всех колонок, необходимость замены батареек. То есть питание от сети 220 надежное, стабильное и удобное. Теплообменник данного агрегата изготовлен из качественной меди. Защита теплообменника производится двумя способами. Первый способ. Установлен нагревательный ТЭН, который при снижении температуры до 5 градусов включится и автоматически предотвратит возможное замерзание воды в теплообменнике. Вторая ступень защиты от замерзания – это защита дымоходного патрубка специальным защитным фланцем, который предотвратит попадание холодного воздуха в камеру сгорания. Коаксиальная труба двухстенная производит как забор воздуха для горения закрытой камеры сгорания, так и отвод продуктов горения дымогаза через вторую стенку трубы. Ключевым преимуществом покупки агрегатов завода Рода является обширная сеть сервисных центров по всей Украине. Благодаря этому любая, даже мелкая поломка может быть устранена очень быстро. Любая деталь, складская программа деталей закладывается на 20 лет вперед. И нет классической болячки дешевых газовых китайских колонок, когда бренд уходит с рынка, пропадает, и заказчик, приобревший его, остается у разбитого корыта даже при малейшей
минимальной поломки, потому что он не может найти необходимую запчасть, не говоря уже про гарантийный ремонт и бесплатную замену, а даже просто за деньги деталь не купить. И колонки, и бренда этого нет. Именитый немецкий бренд Рода на рынке отопительной техники уже более 50 лет. И благодаря заложенной складской программе запчастей и сервиса дает заказчику уверенность на 10-15 лет вперед, что его агрегат будет служить и он может быть обслужен в любой момент. И любая деталь может быть приобретена, потому что вечных изделий, как известно, нету. Данные газовые колонки производительностью 10 литров в минуту, мощностью 20 кВт, могут быть приобретены у компании «Тепло без газа» в кредит, в рассрочку, за наличный расчет по очень демократичной стоимости 6500 гривен с бесплатной доставкой по всей Украине. Обращайтесь, всегда будем рады помочь.